Пострадавшая в пожаре жительница Кустаная скончалась от полученных травм в больнице. Напомним, трагедия произошла 24 ноября в районе Кустанай-2. Тогда загорелся 6-квартирный кирпичный жилой дом на улице Путейная. В городскую больницу была госпитализирована хозяйка квартиры 1977 года рождения с термическими ожогами 3-й степени. 7-летняя дочь пострадавшей скончалась в карете скорой помощи. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Кустанайской области, несколько дней врачи боролись за жизнь пострадавшей в пожаре женщины, но спустя неделю после происшествия она умерла в реанимации. Как установили дознаватели ДЧС, причиной пожара явилось нарушение правил безопасности при эксплуатации бытовых и газовых устройств. Разыскивается автор фейка про убитых людей в кустанайской гостинице, в которой произошел пожар. Департамент полиции Кустанайской области официально опровергает информацию, озвученную в видеоролике под названием «Гостиницу подожгли, одного зарезали, троих расстреляли». В интернет-пространстве и социальных сетях, сказано в сообщении ведомства, распространяется видео касательно возгорания гостиницы «Саты». Вместе с тем на видео озвучиваются сведения, не соответствующие действительности. В результате пожара, произошедшего в гостинице по улице Каирбекова, жертв и пострадавших нет, отмечают в полицейском ведомстве. По указанному факту департамент полиции Кустанайской области принимает меры по установлению виновных лиц и привлечению их к уголовной ответственности и напоминает, что распространение заведомо ложной информации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. 35 медиков привлечены к ответственности за нарушения в сфере легального оборота наркотиков. В течение 6 дней в Казахстане проведен 4-й этап оперативно-профилактического мероприятия «Дармек». Проверены 75 предприятий и организаций, выявлено 12 преступлений по статье «Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами». В городе Нур-Султане, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях возбуждены уголовные дела в отношении 3 медицинских работников, допустивших нарушение правил оборота препаратов, содержащих наркотические средства. Зарегистрировано 129 административных правонарушений, столько же человек привлечено к административной ответственности. Из оборота изъято более 350 ампул наркотических средств, более 5000 таблеток, 173 ампулы психотропных веществ, 258 ампул прекурсоров. Как отметили в департаменте по противодействию наркопреступности, выявляются факты продажи наркосодержащих медицинских препаратов на черном рынке.